Это другое государство, это другая вселенная. Бурятская живопись – это другая вселенная совершенно. Такое надо иметь мужество заниматься этим. Это дело очень непростое. И это точно, ну, как я понимаю, это не бизнес. Очень такое, как бы, интересное. Ну, интересные черты лица. То есть же люди, которые, знаете, как у шпионов, так сказать, посмотрел и не запомнил, да? А в этом плане, как бы, такое запоминающееся, да. Характерное еще, так говорят. Она как бы делит людей на тех, кто разумом воспринимает, и тех, кто... Ну, эмоциями, сердцем, те, кто разумом живут, им она может не понравиться, прямо оторвать могут, да? А те, кто вот эмоциями, сердцем, они, ну, эту скульптуру прямо вот им... Бывают и такие вот буддисты некоторые, кому ничего больше смотреть не надо, вот они готовы любоваться только этой скульптурой. Ну, искусство, наверное, и нужно так воспринимать, не разумом. Так нужно для этого иметь душу соответствующую. Это, наверное, от рождения дается. А некоторым нужно к этому приходить. Считается, что в куклах вселяется и душа во многих куклах есть. А если тут здесь ночевать, то можно увидеть, как они двигаются и разговаривают. Наверное. Есть какая-нибудь скульптура, которую прям вы можете назвать своей любимой? Ой. Таких много, наверное. Нет, одна. Одна? Одна. Какая? Есть одна. Это кукольная скульптура. Такая вот лошадка, которую у меня Даши подарил на юбилей. Поскольку она подарена, с любовью сделана. Ну и она действительно такая трогательная. Как искусство симфонического оркестра бывает мощным, да, когда много что задействовано, много что сделано, да. А бывает вот такая простота, как в Японии, там, в Корее, величайшее произведение барабанного боя. Когда на барабане там оркестр играет, ну, барабанщики играют, и оно тоже нечто такое, хотя вот, казалось бы, это не симфонический оркестр, а барабан. И вот здесь тоже показана так линия, показаны формы, ничего лишнего. Дерево, кованая медь, понимаете, здесь вот кожа, все такое вот натуральное, древнее. И вот эта бесконечная линия, найденная Даши, которая тоже вот сама по себе, эта линия является произведением искусства. А когда появились здесь бурятские авторы? Я знал о существовании Даши Намдакова, и он знал обо мне, но как-то так получилось, что вот у меня немножко другой интерес был, и мы не пересеклись. И самое интересное, что мы с ним уже так вот близко познакомились, когда он жил в Англии, а у меня там дочь училась, и мы поехали в Англию. И в Англии, в центре Лондона, галерея, мы заходим, и батюшки, наш земляк Даши Намдаков выставлен в этой галерее. Причем скульптуры, ну, такого, ну, интереснейшие скульптуры, сочетание бронзы, камня, объемные такие скульптуры. А мы как раз занялись уже, что настоящую галерею делать. Не дома и не маленькая галерея среди мебели, а настоящую галерею с Ольгой, с женой, решили делать. И в это время как раз встречаем Даши Намдакова с его скульптурами. Нас знакомят в Лондоне с ним уже так по-настоящему, да. Едем отмечать, ну, вначале и к нему в мастерскую в Лондоне. Потом едем отмечать наше знакомство и понимаем, что наша галерея вот не может быть без нашего местного гения, бурятской национальности, без Даши. Поняли, что это должно быть лицом нашей галереи, прямо почувствовали одновременно все. Это вообще, конечно, прекрасный опыт. Я считаю, что это такое счастье, что у нас в регионе есть такая личность, как Виктор, который достиг очень многого в своей жизни и создал
проект, который делает огромное пространство, арт-пространство вокруг себя в нашем регионе. Повезло нам, в первой степени, художникам, творцам, потому что у нас есть прямо такого уровня площадка. Такое надо иметь мужество заниматься этим. Это дело очень непростое. И это точно, ну, как я понимаю, это не бизнес. Просто надо быть абсолютно влюбленным в искусство, в художников. Это такая поддержка. Бурятское искусство сейчас, мне кажется, на высоте. Очень много художников интересных, разнообразных, разноплановых. Вот. И она всегда была таким. Бурятская школа живописи в советские времена, это было вообще просто очень мощный. И начали мы с бурятских художников. И основная была Алла Цыбикова, «Царство небесное». Это сильнейший, конечно, художник, И совершенно была фантастическая, обворожительная выставка. Вот, ну, что касательно, скажем, меня там, то где-то после окончания института лет 8 было очень тяжело. Вот. И в 2000-х годах как-то Россия начала как-то вот в плане искусства как-то, мне кажется, устаканиваться. Появились коллекционеры, вот, и потихоньку какая-то жизнь пошла у художников. И вот эта площадка у Бронштейнов, она, конечно, великолепная для молодых художников. Особенности, это когда они могут вполне прийти прямо с улицы к ним, показать свое творчество. И если, скажем, им это интересно, они всегда покажут. А им всегда интересно, они прямо, что Виктор и Ольга, они прямо, и вся их команда, они прямо очень глубоко погружены, они всегда ищут, поддерживают. Для этого все-таки надо какое-то внутреннее решение, внутренняя какая-то должна быть решимость, потому что там купить это, я думаю, что невозможно. Просто люди идут в такие вещи для того, чтобы просто поддерживать искусство. У Рубцова такое стихотворение. «Брал человек холодный, твердый камень, по искре высекал из камня пламень. Моя судьба не менее сурова, вот так же высекать огонь из слова. Но труд ума бессонницей больного всего лишь дань за радость неземную, в своей руке сияющее слово вдруг ощутить, как молнию ручную». И вот человек, занимающийся искусством, иногда ловит ручную эту молнию. Для Рубцова и для поэта это бывает слово единственное найденное, а для Адаши это найденная линия. Все вручную, все сделано сестрами и братьями Даши. У него восемь братьев и сестер, один ушел из жизни, а 8 братьев и сестер. И вот вся эта бригада сестер и брат Даши вплотную занимаются, делают эти замечательные куклы, через которых проходит время. Видно, что им там это не пупсы какие-то, а столетия в их облике, в образах. Вон даже обувь и та сделана с любовью. А вот живопись бурятская, она, конечно, абсолютно отличается от иркутской и вообще от российской художественной школы. Это другое государство, это другая вселенная. Бурятская живопись – это другая вселенная совершенно. Она тоже настолько трогательная, мы настолько прониклись, что после Аллы Цыбиковой мы начали Даши, естественно, выставка тут, здесь же была, да? Мы очень серьезно повернулись лицом к бурятской скульптуре.
Любовь к творчеству и искусству всегда была в жизни Виктора. Однако сделать это своей работой получилось не сразу. Сначала 11 лет на заводе, потом свой маленький бизнес, и только в 2015 году галерея с выраженным бурятским акцентом. Ваша галерея – это такой островок бурятской культуры. А все-таки откуда такая любовь к искусству? Поэзией больше интересовался. У меня дедушка, прадедушка у меня на скрипке играл, Семен Бронштейн. Он мне хотел подарить скрипку свою, отдать скрипку, у него была хорошая скрипка. Он мне хотел свою скрипку вручить, чтобы я дальше по жизни нес этот огонь музыки. И вот я никак не сдал экзамен на слух. И скрипку в подарок я не получил. Мне интересно было потом представлять, как бы я на скрипке играл, когда я других скрипачей слышал. Или по радио там скрипку слышал, да, по телевизору. Что вот я мимо этого прошел, у меня не получилось. Ну, ваша стезя поэзия. Меня это так задело, да. А вот дедушка закладывал, значит, поэтические моменты и поэзия. Ну, и дед у меня рисовал еще здорово. Здорово рисовал. То есть так получилось, что творчество, оно всегда было в жизни вашей семьи, но при этом очень многие работали на заводах каких-то. Да, но видите, творчество сделало перерыв. Если оно жило у прадеда и у деда, оно так довольно серьезно жило, еще и иностранные языки они знали. Дедушка и бабушка знали и бурятский язык, и еврейский язык. То на папе и маме культура, как бы вот творчество такое культурное немножко отдохнуло из-за жизни, потому что воевать пришлось, там раскулачивание в детстве, жизнь была очень тяжелая. И отец, дай бог, закончил заочный институт после армии, поэтому как-то он разминулся с искусством. Но единственное искусство, которым он и брат его владели в совершенстве, это ораторское искусство. Фамилия Бронштейнов известна не только уникальной галереей. Отец Виктора Владимир Яковлевич был ветераном Великой Отечественной войны, а после почти до конца жизни руководил Иркутским мясокомбинатом. Его судьба во многом повлияла и на самого Виктора. Здесь рядом заводская проходная, что в люди вывело меня, как раньше пелась песня. Я по первому образованию инженер-механик машиностроительного производства. На заводе я проработал 11 лет. 11 лет проработал на заводе, возглавлял два цеха. На определенном этапе я больше стал заниматься литературой и так далее. Царь Давид его вырвал из тьмы беспредельной. Прадед Яков невольно стал в буре бойцом. Большевистская ига не слаще метели, власть своих угощала нещадно свинцом. Стал членом Союза писателей, потом журналистов. И одновременно в 98 году уже первые выставки начали проводить в нашем ресторане с названием «Вернисаж». И вот с тех пор начала формироваться своя коллекция. Кроме создания личной коллекции и галереи, Виктор участвовал в возведении памятников Александру Третьему и Александру Вампилову. Сейчас он занимается установкой еще одного. Но этот случай – дело личное. Вот в скульптуре, да, в отличие от фотографии, вот мы фотографии разные смотрим, посторонний человек может одну фотографию сказать, это один человек, а вот тут другой. А здесь образ собирательный. Кто-то увидит его моложе, кто-то увидит его здесь строгим, он многограннее. Фотографии нет. Такой нет. То есть здесь как бы вот он в голове, так сказать, собирался. Родственники, значит, знакомые, те, которые его знали, они приходили, корректировали, говорили, так сказать, какие неточности. То есть это как бы процесс работы. Это у него травма, вот горбинка такая на носу. В молодости не было, у него идеальной формы был нос. А он после войны, у него, ранение было скользом, оно легко прошло, там по шее, правда, пуля, хорошо, что так скользом обожгла, да. Человек, переживший в детстве раскулачивание и все на свете, причем раскулачивали, когда одни дети дома оставались, он старший был, состояние такое было,
довольно слабая в этот момент и теряет сознание, падает и разбивает нос себе. И у него на всю жизнь потом, значит, такая вот горбинка сильная на носу. Такая она вроде бы еврейская, с одной стороны, а с другой стороны, результат травмы, последний сталинский удар по нему. Это была наша жизнь. Отец был буровой мастер, но получал не так много. Квартирные условия у нас были плохие. Домик, небольшой домик, и то занимало главным образом русская печь, потому что нас раскулачили. Все забрали, ничего не оставили. В июле месяце это было 30-го года. В Баргузине половина Баргузина раскулачили. Да просто люди жили хорошо и работали вот так. В это время, в войну, в которой мы были полностью не подготовлены. Ой, не знаю, как бедная Россия выдержала это все. Да, русский народ очень крепкий, очень крепкий. Я в том смысле, что вот граждане города его должны видеть именно таким волевым, со взглядом, то есть, ну, как бы, ну, вот такого человека, так сказать. Ну, мы можем спросить гостей города. Ну, как вы, да. Похож как Бронштейн? Нет, не похож. Сходство. Давайте на вторичный сейчас план. Сейчас как человека, который действительно в своей жизни не. Как мы воспринимаем? Да, как вы воспринимаете? Как вызывает симпатию? Да, вас как постороннего человека, но юного. Вызывает симпатию, обаятельность. Ну даже вот. Ну в глазах есть глубина. Вот, да, глаза лучше. Я очень долго с глазами. Да нет, глаза, несомненно, стали другими. В скульптуре как бы, ну, нужно передать не только какое-то внешнее сходство человека, но и передать какие-то нюансы. Очень такое как бы интересное, ну, интересные черты лица. То есть же люди, которые, знаете, как у шпионов, так сказать, посмотрел и не запомнил, да? А в этом плане как бы такое запоминающееся, да. Вот, характерное еще так говоря. И дедушка, и прадедушка, и прабабушка у меня из Баргузина. Вот дальше про дедушки я, к сожалению, пока ничего про свой род не знаю по папиной линии. Ну а потом революция, все начали отбирать. И народ из такой сибирской хорошей зажиточной жизни превращались в нищих, превращались в голодающих. Ну и мои-то родственники, и конкретно папа, его брат дядя Леня, Изик, потом их двоюродные братья, которые рядом с ними росли, Зяма и Володя Элиасовы, они хлебнули раскулачивание по полной. Вы были на своей родине, в Усть-Баргузине? Да, был, но, к сожалению... Был несколько раз, когда был маленький. Что помните, как вот вам запомнилась родина? Родина моих предков, да? Но мне запомнилось больше всего кладбище, потому что там еврейское такое кладбище, практически еврейское, что там много фамилий знакомых, и папа очень хорошо многие фамилии знает, тем более, что они многие в Иркутске потом пересекаются, эти фамилии, такие как Гершевич, и он с ним знаком, а у него корни тоже с Баргузина, суть Баргузина, потом Мощицкий, Виталий Львович, и его корни там, понимаете, кто-то там похоронен. Встретились с земляками, извиняюсь, на кладбище. Вот это мне запомнилось маленькому несколько раз и как-то врезалось. Я детство хорошо помню. А сейчас что-то осталось в Баргузине? Я не был последние года, но мало что осталось. Все застроено, кладбище осталось. Если ехать, то нужно в музей. Там музей неплохой, он хранит память.
многие в Израиль, евреи оттуда уехали. И там потом корни в Израиле, в Америке. Вот. Ну, многие в Иркутске. Вообще часто в Бурятии бывает? Ну, часто. Я в Улан-Удэ бываю, потом в бурятском поселке Дашин-Амдакова, в Укурике с удовольствием. Потом несколько раз был на молебне у Дашин-Амдакова, на семейном был. Это, конечно, ну, нечто там как зачарованное. Даже дети были зачарованы, и никто из них там не пищал, не разговаривал. Все как зачарованные смотрели, больше часа молебен шел. Поэтому в Бурятии как-то тонкие миры, в Бурятии, да, ощущаются значительно больше, чем здесь у нас. Искусство другое и тонкие миры. С каждой картины получается, что вот встречаетесь и расстаться уже не можете? Ну, не с каждой, но есть такие, которые прямо твоя жизнь. У меня вот связанные с детством, ну, картин, наверное, там с десяток. Это как вместо фотографий получается. Да. Ну, с фотографиями не сравнить, я считаю, потому что здесь много души, отношения художника вложены и так далее. Вообще художника обидеть, если сказать, что на фотографию похожа твоя картина, это обидеть художника. А если фотографу сказать, что у тебя насколько живописная фотография получилась, прямо вот похожа на картину, это комплимент. Тоже произведение искусства. Ну, хорошее.